«Жизнь недорога, жила бы только Россия». К памятнику основателя Петербурга в Выборгском районе возложили цветы. У монумента напротив Самсоневского собора сложная судьба. Установили его более века назад, к 200-летию победы в Полтавской битве. Увы, при советской власти памятник был полностью разрушен. Восстановили монумент только в наши дни, к 300-летию Петербурга. А о Петре ведаете, что ему жизнь недорога, жила бы только Россия, гласит надпись на стелле. У чиновников, к горожанам и жителям района в канун 314-го дня рождения творения государя схожие пожелания. Процветание. Чтобы все люди, которые живут и трудятся, любили его, берегли его и прикладывали все силы, чтобы он стал еще краше. Ныне монумент Петру стал своеобразным центром паломничества жителей района. Торжественные мероприятия, посвященные Дню города и 9 мая, проводятся у памятника вот уже 14 лет подряд. Первыми цветы возложили сотрудники администрации района, затем ветераны Великой Отечественной войны и воспитанники Дома молодежи «Форпост».